Добрый день! Сегодня я вам расскажу про фиточай «Мудрость природы» жасмин, в состав которого входит смесь сушеных и измельченных трав и цвета, ежевики листья, клубники листья, крапивы листья, акации цвет, боярышника цветки, ежевики сладко листьев, жасмина цветы. Это чай цветочно-травяной, жасминовый, отборный сбор трав и цветов, без консервантов, красителей, без ГМО. Это источник природной красоты и силы, магия качественных натуральных душистых трав. Фиточай упакован в красочную картонную коробочку и разделен на 20 больших круглых пакетиков для удобного заваривания. Пакетики дополнительно упакованы в оригинальную бумажную упаковку для надежного сохранения свежести продукта. Способ применения. Положите в чашку или чайник для заваривания 1 пакетик фиточая в расчете на 1 прием. Залейте кипятком питьевой воды, примерно 250 мл, и настаивайте 5-8 минут. Подсластить можете по вкусу. Храните в сухом месте при относительной влажности не более 75% и температуре от 5 до 25 градусов по Цельсию. Оберегайте упаковку от воздействия прямых солнечных лучей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы! Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.